Сегодня я предлагаю вам интересный тест, который поможет вам больше узнать о своем характере. Для этого нужно будет просто выбрать котенка, который, по вашему мнению, похож на вас больше всего. Ну а для начала я попрошу вас подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Внимательно посмотрите на этих милых котят и найдите среди них своего. Определились? Теперь предлагаю узнать, что же означает ваш выбор. Если вы выбрали этого черного котенка, то скорее всего вы интроверт, которому не слишком нравится находиться в толпе. Вы верный друг и отличный собеседник. Рядом с незнакомыми людьми вам часто бывает не по себе, однако в окружении друзей и близких вы чувствуете себя просто превосходно. Чтобы восстановить энергию и силы, позвольте себе время от времени наслаждаться полным одиночеством. Выбор этого рыжего котенка означает, что нужды других людей вы ставите превыше собственных. Вы чувствительный и очень заботливый человек. Ваша главная проблема – перфекционизм. Вы часто переживаете по пустякам, поскольку хотите, чтобы все и всегда было идеально. Расслабьтесь, вы точно заслужили небольшой отдых. Этого пятнистого котенка часто выбирают творческие люди, которые всегда выделяются в толпе. Вы артистичная и сентиментальная личность, обладающая глубокими и сильными эмоциями. Вам очень нравится придумывать что-то свое или узнавать новые факты. Ваш уникальный взгляд на мир иногда приводит к некоторому недопониманию с окружающими, но только до тех пор, пока вы не начнете общаться более тесно. Выбор этого двухцветного котенка указывает на то, что вы открытый и веселый человек, правда несколько неорганизованный. У вас отличное чувство юмора и вам нравится делать людей счастливыми. Вы не любите притворяться и не боитесь показать свою истинную натуру. Окружающие в восторге от вашего умения забыть о насущных проблемах и искренне подурачиться. Этого полосатого серого котика выбирают внимательные и интуитивные люди. Вас очень ценят за то, что вы умеете слушать и слышать. Нередко вам даже удается прочесть тайные мысли и чувства другого человека. Вы способны найти подход кому угодно, поскольку всегда учитываете чужое мнение. Из вас мог бы получиться неплохой психолог. Этот белый котик вам понравился больше всех, значит вы очень целеустремленный человек. Вы всегда знаете, чего хотите и готовы прикладывать большие усилия для достижения своей цели. Вам нравится ежедневно делать себя все лучше и лучше. К сожалению, ваши высокие нравственные стандарты не всегда позволяют вам расслабиться и наслаждаться настоящим. Относитесь к жизни проще. Иногда наш подсознательный выбор может сильно удивить. А что вы думаете о результатах этого теста? Согласны ли вы с описанием своего характера? Пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. И не забудьте предложить выбрать котика своим друзьям, чтобы узнать о них больше. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока!